Приветствую всех. Прошу подписаться на канал, нажать красную кнопку, подписаться и ставить лайк. Так, покажу два вида, то есть платежи, которые вы оплачиваете, всякие коммуналки и так далее, и переводы, которые вы отправляете через Каспигот. Давайте сначала остановимся на платеже. Здесь будет все ваши платежи, которые вы оплачивали, это, которые вы добавили в избранное. Это история. Нам нужна история. Заходим в историю. Смотрите, мы можем искать по услугам, по суммам. Например, я 500 тенге оплатил какому-то услугу, я могу просто написать сумму. Я могу настроить фильтр. Так, например, мне нужно от цвета чек. Нажимаю сюда, вот дата. Так, вот это мы можем повторить. Отменить, ну отменить сейчас не получится все равно. Так, главное, что у нас, вот, мы можем поделиться, отправить в PDF, формат PDF по WhatsApp, в Instagram, Telegram и так далее. Так, вот мы можем на WhatsApp, на почту и так далее. Так, насчет платежи мы разобрались, теперь давайте остановимся на переводы. Это которые вы переводили через Каспигот. Так, заходим в историю. Это мои переводы в этом месяце, вот. Это Каспигот, вот это другой банк. Например, я отправил другому банку, а он требует чек. Да, нажимаем сюда, вот дата. Так, все смотрите, квитанция, РРН, дата и время, комиссия. Так, все, обращайте внимание. И что у нас, вот, можно поделиться. Так, точно так же можете отправить на WhatsApp, в Telegram и так далее. Я могу повторить перевод и сохранить в чат, чтобы обратно заново не писать номер карты. Вы можете поискать по переводам, по дате и так далее. Ставим лайки, подписываемся.